Итак, мы продолжаем. С вами снова Брейнферст и мое прохождение игры Pokemon Platinum. Значит, забираем вещички, бьемся с тренерами. Red Shard. Не забудьте взять. Тут двойная битва. Итак, 6 покемонов. Quagsire и... Я попробую поменять покемона на другого, которому тоже требуется экспа и прокачка. 36 уровень, Старраптор. Дизи Патч. Укрепляется Квагсайр. Даже не знаю, давай флай. Амнезия. Да. Теперь я буду биться один против двух. Блин, вот это мощная вещь. Ну что, у меня еще есть покемоны, которым нужна экспа. Сейчас, когда брат со всеми, я чувствую, разберется. Просто со всеми. Да, соперники явно достойны. Ну, Квагсайра я еще успею завалить.
если искать, да. Но можно было так не поддаваться. Там по-любому минус был. Хорошо, сейчас Инферней покажет, кто кого стоит. Что Гирма Потас. Потому что это Сэндшторм свой врубил. Ага. Давайте попробуем Close Combat. Не супер эффективно, но убивает. Да, ну и битва. Earthquake. Да, без шансов. Это действительно у них супер крутая тима. До которого мне, конечно, еще далеко. Последний это Старраптор. Отлично, минус Тараптор. Фу, наконец-то. Пошли на этот бой. Нас ждет еще один бой. По одному покемону у каждого. Токсикронка и менее чем.